Ну что же, доброго времени суток, дорогие друзья! Наконец-таки я снова ворвался в эфир, прошу прощения, что не было. Буквально у меня пару дней были технические неполадки, но теперь эти неполадки разрешились, и сегодня еще... Кстати, у нас сегодня в паре вместе со мной также работает всем любимый Макс Шустрый, и сейчас мы ему наберем, и будем надеяться, что Макс нас сейчас услышит. А вот и Максим. Да, всем привет! Всем приветос от Максона. Вот. Ну и в принципе, мы с Максом, как всегда, готовы. Ну, готовы ли команды, сейчас мы увидим. В принципе, почти все нажали кнопку готов. Итак, дамы и господа, битва за форум номер 18. И открывают сегодняшний игровой день такие коллективы, как коллектив Starks и коллектив Hardplay. Коллектив Starks из Азербайджана, а коллектив Hardplay напротив из Russian Federation. Так, ну что, давай, наверное, пройдемся по ростерам команд. Ты пройдись по никнеймам, а я там уже по оружию. Ну что ж, начнем с ростеров, начнем со Старксов. За коллектив Старкс у нас играет Сенсей, Рокки, Геронима и Николас. Ну а за команду Hardplay у нас с вами играют такие игроки как, под никнеймами как Лютый, Life Attack, HTay, Юмпи и Бамбуча. Ну... Что ж, давай тогда я пробегусь пока по оружиям. И, ребята, из коллектива Hardplay играют с такими девайсами, как Лютый играет с лашками, Life Attack, Снайпер, вот тут 7A, либо Тэй, либо... Да, тут можно Тэй называть, в принципе, если по сокращению. Ну, сейчас мы узнаем, спросим. Тэй. Да, ну, Тэй. Вот, Тэй, Юмпи играет у нас. Саугом. Тей, кстати, тоже Саугом. Ну и Бамбуча. Суашки. Два Ауга. Ну и снайперская винтовка. А у Старксов Сенсей играет Суашками. Рокки Ау. Экзактли. Дроид. Джеронима. Джеронима с Суашками у нас. Ну а Николас Саугом. В принципе, все готово. Песчаночка. Коллектив из России начинает за атаку. Ну а Старксы будут сейчас обороняться. Ну что, в принципе, никаких предсказаний не будем делать с тобой. Проверил на стриме. Команды, кстати, просто они как бы тоже и не на слуху, поэтому как-то сделать тоже какие-то ставки было бы неправильно на данный момент. Потому что если бы мы знали, кто что из себя представляют эти ребята, тогда можно было бы что-то и прогнозировать. Ну а ребята, в принципе, новенькие. Поэтому пожелаем им только удачи и победить сильнейший, как всегда уже традиционно говорю. Действительно, победит у нас сильнейший. Я не поставил взорваться. Ну ладно, я взорвусь гранаты и посмотрю так вот, так скажем, этот раунд. Ну, у нас через Л пойдут очень массово. И, кстати, у нас под бетой-то тоже находится больше половины коллектива Старкс. Будет у нас с вами, видимо, агрессивный заход. Уже проходит пески тем самым временем. Ну, закрыто играет, от Николаса есть первый минус. Он, кстати, будет в бете принимать очень интенсивно. Вот ПТ снова отработал. Боже мой, там такие фрагмульки можно было выдать, но Бамбуча дает минуса. Сенсей также подключается. Размены идут от Лютого и 1-1. Так, и у Геронима 100 хп и парный уа. Да, ну у Лютого 2 хитпоинта. Ты перезагони пока что. Джеронима, да, кстати, я вот не могу пока посмотреть. Ты там ребятам подскажи, кто чего как. Да, тут подсказываю пока что, у нас Лютый будет флунту принимать. Ой-ой-ой, успел зачекать в упоре, но с двумя хитпоинтами ему проблематично, но неважно было, сколько хп. Геронима моментально тут банку вписал, собственно, идет дебил. Значит, первый раунд за коллективом у нас Старкс, правильно я понял? Да, первый раунд. Джеронима все-таки забрал двух хитового. Джеронима. Джеронима. Да, я что-то поплыл. Поплыл. За практику. Да, есть такое. Так, ну, мы продолжаем второй раунд у нас, видим, мы снова делается у нас длина, массовая длина. Ну, а кто-то из коллектива Старкс вообще стал на респе, ну все, вроде побежал. Первый минус, тем не менее, от Лютого уже есть, бета проходится, пески занимаются. Но ребята очень тщательно чекают сейчас за зеленым. И подальше, посмотри, как уходит. Нас Лютый и Бамбуч ушли-то подальше. Да, Лютый ты вообще ставит альфу сейчас, да. Развал кабин. Ну посмотри, Николас прочекал, господи, какой же жесткий этот парень.
Тут еще от Юмпи, от Бабучи. Ну тут Альфа спокойненько. Тут ну, такой, знаешь, мини-фейк. Ну да, фейканули, они растянули, показали, что пойдет длина, но Альфа выскочила так же. Ну и занялась, собственно говоря, поставилась точка А. Ну и здесь теперь Джеронимо будет пытаться против двоих игроков как-то отвоевать этот лайф, но Бабуча говорит, нет, братан, не сегодня. Поэтому первый раунд уходит за коллектив Hardplay и 1-1, как итог у нас по течению двух раундов. Хаешка полетела Хаешка там на длину и под ноги она падает кому-то. Нет, да нет, не накоцала и сразу. Люд это заметает. Ну там еще Экза может на прием сыграть, только дает один минус. Юмпи его разменивает. Собственно, дальше давит бету. И как-то очень странно. Была вроде бы выигрышная ситуация, тут еще лайф атак также присоединяется, дает минус, ставит бомбу. И снова Джеронимо, да. Кстати, что удивительно, как бы третий раунд подряд играются такие ситуации, как, знаешь, не 5-3, не 4-2, а то есть, ребята, 4-4-3, в 3-2, в 2-2, да. Ну, как-то борьба идет такая, прям очень агрессивный стиль. У Hardplay действительно оправдывает название своей команды, и вот он, лайф-атак. Может быть, это юный панда. Может быть, ну, и может, нет, он будет попал. Юным пандой. Да, ну, кто знает. Мы все желаем ему в этом удачи. Так, ну пока что 2-1 за российским коллективом. Я, кстати, что-то зеваю, и еще забыл даже проставить. Бывает, ну 2-1 у нас с собой. Так. И на сей раз уже идут в верхнюю кафешку, сидят на Старксы с вами в закрытую, будут уже в кишке Экстали, Экза вместе с НСМ принимать. Тут нашивочки идут, дверей, да, успели прочекать, Экза у нас с дробовиком там находится. Пытались у нас Песков чкануть бедного Николаса, но неудачно. Ой, дыба, тут дыба очень клевый. На самом деле, как-то по всей мапе распределились у нас хардплеевцы, и оп, Юмпи. Да, хорошо пошла, неплохо от Николаса размен, будет у нас уже с вами есть заход, стройки можно как-то принять Николасу, и он там к тому же не один, но Джеронимо, к сожалению, отъезжает от атаки нашей, и Николас дает минус, ну и размен. Ну, тут его моментально разменивает, да. И остается Сансей вместе с Экзакли, один родовый это снайпер команды, вот его и ликвидирует Экзакли со своего шотгана. Ну и ситуация 2-2, в принципе, довольно-таки играбельная как для одной, так и для второй стороны, но здесь от позиционки очень много зависит, как займут у нас. Ой, хорошо, Юмпи, кстати, выходит на префайр, но не попадает толком по сенсею ничего, ну и лютый один остается против Дробомена. Ну здесь экзактно нужно резко идти решать вопросы, иначе таймер это дело такое. Да, но здесь лютый все-таки забирает еще один раунд для своей команды, и смотри, за атаку уже три раунда к ряду забирает у нас российский коллектив, и это 3-1. Как-то жестко пока что харды играют. У Старксов на самом деле были очень хорошие шансы забирать первые раунды. Джеронимо решил соло прооркадить, его отпускают все-таки. С каким количеством хп? С 30-кой он остается, грубо говоря. Нет, с тремя, уже три. С тремя даже, боже мой. Все-таки отпустили его, да еще и Рокки дает первый минус. У нас на хае лютого минусанул. Для коллектива Hardplay. Они дали такой минус, сейчас могли выиграть для себя ситуацию в количестве выживших игроков у одного человека, но не получилось. Как мы видим. Сейчас они уже наоборот, в меньшинстве отыгрывают этот раунд. Но здесь и Джеронимо с Николасом принимают Бету. Снайпер команда копался на тройке у нас, ну и 24-2. Ой-ой-ой, Рокки хороший минус ставит с петуха. С петуха! Петух! Петух у нас наконец-таки в эфире, да. Я последний раз, ну, по крайней мере, на профессиональной сцене увидел, когда Андрюша брал Энг, ну, еще за состав АОЭКЗ. Очень люто он, кстати, раздавался по 90. Там это очень давно было. Против него очень трудно было играть. Кстати, у нас Бамбуча очень агрессивно уже успел пройти. В кишку бежит! Да, бежит в кишку, но об этом, наверное, не знают. Но да, здесь, смотри, это... Николас Джеронимо уже принимают наверх кафе двоих. А нет. Не знали о его существовании, видимо, на Альфе. Но там уже успели выдать размен от Николаса. И ситуация 2-3 на карте. Лютые вместе со снайпером. Лайф атак, есть у нас минус от Джеронима, неплохо, это у нас все. За барной стойкой происходит дело, и последний лайф атак, и его верный М200. Русский, красненький, ну, тут как полетит пуля на самом деле. Как ты считаешь? Ну, не может знаю. Взять? Ну, честно говоря, по предыдущему раунду, как бы, не заметно, ну, заметно точнее, что игрок еще неопытный с этого девайса, как бы, взял очень большой зазор, между, ну, там, на тройке и песка. И чувак просто вышел с
P90 его убил, но это так не должно быть. Он, по крайней мере, не среагировал даже, несмотря на то, что он очень взял большой просвет. Это действительно очень большой просвет был, я как раз от него смотрел. Он еще и выкидывает им дверь. Он, в принципе, подбирает более мобильный девайс, с которым можно что-то, в принципе, сделать, повоевать. Но это там чекают от третьего лица, кстати, Дейлку. Да, Дейлку чекают и знают по лайв-атаку. И сейчас будем смотреть. Да, просто экзакты выходит и стабиль. Тушу залепливает атаку. Ну и это 3-3 уже. Буквально то, что было 3-1, уже два раунда примерно отыгрывает. Азербайджанская пятерка. Ну, молодцы, молодцы, ребята, не пали духом, ну. Выровнялись. Да, выровнялись. Очень хорошо. Экзон, кстати, будет на приеме. Т его моментально забирает. С песков, не знаю, принимать, нет. Но у нас Николас делает смещение, но его уже принимают. Сенсей последний остается в бете от Бамбучи. Естественно, слетает. Да, Бамбучи вообще сейчас заходит на раз-два. Не знаю, любую как будто с вазелином. Да. Ой, Джеронимо забирает снайпера команда. Ситуация 3-2, играбельно. Лютый здесь может отпасть от хаешки, у него 49 хп, у него еще остается. Джеронимо перестреливает с могилки, тот там страховки у своего тиммейта. Ну и Ройки с своим P90, один остается, первая пачка есть. Юби можно также стать его жертвой, но нет. Все-таки не совладал с Аимом Ройки чуть-чуть, если бы забрал еще и Юби. Все вполне могло бы быть в пользу команды Старкс, но все-таки четвертый раунд улетает в копилку команды Карплей. Ну и мы почему-то выбываем пока что. Видимо, краш или что-то еще. Ну как? Скорее всего, краш. Мне так лично кажется. Угу. Совершенно верно. 4-3 счет у нас. Да, пока что в пользу хардплеев. Так, давайте загляну на чатик Твича. То, что пишут у тебя спикеры что-то. Графика очень плохая. Микрофон. Графика. И микро, и графика. Ну, тебя да, и даже я слышу. А что с микрофоном? Сейчас. Ну, ноутбук. Взгляд, да, вот это. На самом деле, я не знаю, но... Как бы да, его действительно очень-очень сильно слышно, несмотря на то, что как бы даже... Он с подставкой, он с охлаждением, то есть все как бы, ну он все равно нагревается, его все равно слышит. Купи себе микрофон, знаешь, вот специальные есть такие, покупают в основном их для GoPro. Такие микрофончики их подключают. Ну, допустим, да, там, или что-то такое. Да, там даже шумопоглотитель. Ну, вот это, знаешь, типа палочки такой. Ой, не палочки. Вот помнишь, ватные палочки, да? И вот на них ватка. Что-то ну, подобное. Да. То есть. Такой микрофончик себе купил. Я думаю, что он будет на самом деле тебе очень хорошо полезен. Да и на время ПБВЦ. У тебя же такой был микрофон, да? Я помню. Кстати, так... я вот это еще, оказывается, вообще без звука в игре был. Да. Ох, какой я молодец. Ах, молодца, Гробов, молодца. Молодец. Так, фанит, ребят. Ну, я не знаю, да, наверное, приобретем новый микро. Я понимаю, да, ребят, что вы хотите фанит. Или скупи себе сразу студийный, там, не знаю, за 2,5. Студийный стоит порядка 10-12 тысяч, ну, то есть, ну, более-менее. Знаешь, что поставка ставится, и перед тобой плюс у него. Не, не обязательно. Там, я помню, ну, на студии просто некоторое время работал, было такое дело. Там дешевое оборудование, конечно, завозили, но оно не бэушное такое, знаешь, более-менее нормальное. Я спросил цену микрофона, там где-то от 3,5 до 5. Где-то так у них микрофоны закупались. Ну, в принципе, можно заказать. Да. То есть тут такое блин, дело. На самом деле, да, жестко, ребят, я прошу прощения за качество микрофона, но... что есть он богатый, но я думаю, будем улучшаться, потому что действительно, даже я вот сижу в наушниках, я немного слышу эту штуку. Отправьте графику, плохо видно. Ну, не знаю, даже, что здесь как бы тебе пожелать, братан. Ну, у нас как бы, не знаю, все стоит как бы, ну... Все нормально. Чтобы, да. Просто если мы, допустим, даже сейчас видео... Я даже вот сейчас поставил высокое качество на Твиче, то есть у меня все нормально. У меня тоже. Почему вот я вот сейчас вот смотрю, как бы на качество на Твиче, у меня как бы все наймайно. Наймайно у меня все. У меня тоже, я не знаю. Не дозвольте не все наймайно. Не знаю, наймайно. Стой, это вы. Лютый передает у нас привет папе Эванжа. Папе. Может, они сводные братья, поэтому передают привет. Герман, ты няшка, пишет Александра. Спасибо. Ну.
Вот такие пироги. Так. Ну что? Планируем. Не готов сделать. У нас еще пятый человек у коллектива Старкса, вот мы, ну, у него, скорее всего, и надропнулся. Шустрик, пас закрой по-братски. Герман, закрой пас по-братски. А, в комнату пароль типа? Да. Го, видео пиши. Походу продолжают вчетвером у нас Старксы. Или нет? Пятый плюс. Уже в игре. Так, ребят, кстати, пока есть небольшая пауза, давайте-ка быстро все на конкурс врываетесь, чтобы мы все принимали участие. Если не примете участие, будет плохо. Ну, в смысле, как, блин, что значит, у тебя норм показывает, а у нас плохо? Вот я, грубо говоря, я же не с того места, где я стримлю, смотрю, я просто захожу, грубо говоря, там с другого компа, да, я смотрю, включаю Twitch, ставлю высокое качество. У меня качество картинки нормальное. Как бы что не так-то? У Максима тоже нормально все. Нет, все. Поставь, я не знаю, может, ну как не шаришь, ну может быть такое, не знаю. Есть колесико такое, options. Ставишь, нажимаешь на него, и там видео quality. И ставишь source. Самое высокое. Ну или normal, я не знаю. Ну или high, normal, да. Там, а лучше растяни, на самом деле, человек, это кто пишет, погремушка, да? Да. Погремушка, самое. Резонный для тебя вариант – это растянуть просто на весь экран. То есть тогда у тебя пропадет вся эта фигня с качеством, что плохо, но могут быть. Так, ну а мы продолжаем. Одно. Продолжаем счет у нас. Угадай-ка, убери. Я убрал. Молодец. Счет 4-3 за российским коллективом Hardplay. Продолжают они пока что за атаку, но... Как бы дальше разворачиваться события мы сейчас увидим, но, в принципе, по первому отрезку матча можно сказать, что коллектив Hardplay на самом деле очень агрессивно играет. Можно было им назваться Aggressive Play. И Hardplay, в принципе, тоже, да? Да, как бы довольно-таки грозное название, но действительно очень агрессивно отыгрывают ребята, показывают хороший поинт-ланг. Ну а Старксы немножко, так скажем, припозднились и очень поздно подобрали ключ. Касательно своих соперников, ну, может быть, сейчас все как бы будет нормально здесь. Ну, посмотрим. Снова да, под бету. И у нас и Старксы также будут под бету. Джеронни будет, например, вместе с МСМ. И Пори будет принимать, скорее всего, или при заходе. Нет, все-таки будет при заходе, пока что не вылезает лишний раз. Нос не суют. В аркаду никто не идет у нас через площадь. И уже у нас. Ой, золотой! Хорош, молодец! Красавчик, стей! Да, просто best of the best. Тише, давай. Класс! Ну, давай, бей себя, чтобы чужие боялись. Юмпи уже красный, успели его нашить, да и лютовый, и бамбуч, всех успели понашить. Единственное, лайф атак. Три рядовых, вот, да? Да, это... Они даже не смогли сейчас толком зайти. Видимо, Старкс подобрали ключик для замка, а? Подобрали. Есть такое дело, есть. Да. Юмпи зато... Все-таки отрабатывает. С 19 хитпоинтами еще, кстати, попрошу заметить. Единственный фуловый человек у российского коллектива это снайпер команды, но со снайперской винтовкой. А, не, он, кстати, вашки подобрал. Да. Ну, неплохо. Экзан, реально, будет сразу со вторым переселиться, да, тут эк, еще и лайфа спокойно забирает. А бамбуч у нас сидит с вами на песках девятки. Ой, фу, на тройке, извиняюсь, на песках. А Юмпи до сих пор будет продолжать веселиться, пытается поднашив взять, там прыгают, бегают, пытаются голову спануть, ничего не получается, уже с одним хитпоинтом остается. Тем самым временем бабучек Джеронимус забегает в альфу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это была просто фейл-ошибка, и уже ждут, да. Ну пока что неоднозначно все. Слепо. Ну как бы да, 1 хп. Ну короче, 10 хп на двоих. Ну один теперь. Ну, можно за Юрий посмотреть, которого. Я посмотрел от него, но быстро кончится обзор. Быстренько все. Быстренько все сделал сейчас. Начало миссии. Hardplay. Ну и 4-4, последний раунд. Первую половину мы сейчас с вами гуляем, дорогие друзья. Вот. Ну и снова у нас под бета. И снова под бета. И снова у нас там находится куча маладжи. Ронни тем самым временем уже обходит через площадь. Пока что у нас вверху, да. Ну там будет спрыгивать потихоньку, помаленьку. Я и заход, от сенсея отличный прием. Тут его в несколько толпов пытается научить. Нет, все-таки. Николас рахует. Уже это Николас принял. Принял как отрезал.
Ты тут не то что отрезал, тут ампутировал. Ну да, прям, знаешь, он взял... Наркоза. Бомба была установлена. Он просто взял, как мотыги. Бля-а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 -
Если сейчас раунд вдруг хорошо, это будет просто Орвек. Это Орвека! Жесты. Как? Просто браво! Это нужно что? Ой, господи. What the fuck, мазафай? Что это было сейчас? Они все через железо. Старк сейчас просто вломились через железо. Просто, знаешь, это знаешь, как даже можно мемчик даже сделать? Типа, пацаны просто прыгают в такие могилы. У-ху! Друг за другом такие. Да-да-да-да. Слушай, ну это жестко. Это жестко они вообще отыграли эту, ну, эту отыгровку. В данном случае коллектив Старк. Зачем всем идти через железо? Чем? Без понятия. Кстати, вот тут человек пишет на Твиче, это, по-моему, Александра. Ники даже плохо видно. Слушай, смотри, что с никами, когда зайдешь, будет игра у нас, короче, сделай вид от сверху и нажми плюсик. Вот где у тебя наверху на клавиатуру идут эти. Ну. Плюс нажми просто и все. Один раз. А, ну окей, типа приблизи, да? Увеличится как бы, и будет все чики-пуки. Я думаю, что хотя бы с никнеймом не будет никаких проблем. Ну, для увеличения их к нему. И... Может, а у нас, кстати, вторые соперники, точнее, вторая пара на сегодня известна, нет, не знаешь? Нет. Пара выдается тут сразу же. То есть, ну, кто есть? Так, это так? Же у нас с тобой не таблица, как бы. Ой, не групповая. Смотри, сейчас идет 1-16 пока что. 1-16 потом? Ну, там 1-16, точнее, уже вышли некоторые команды, потому что у них нет соперников, но кто-то уже и выиграл. Вот инспектор Гаджи, допустим, выиграли у Канады. Сейчас на 64-е. Ой, фу, 1-32. Нет, а у меня тут вот инспектор Гаджет в 1-16 сейчас. Да, сейчас 1-32. 1-32, нет, инспектор Гаджет прошли в 1-32. Нет, они прошли в 1-16. Максим, посмотри внимательно. Они вот сыграли с канабисами в 1-32. Хорошо, давай сделаем еще проще. Нажми на 1-32. Именно прям вот курсором своим, мышкой. Нажми. Но. Нажал? Да. Видишь инспектора? Отстань. Тоже сначала. Жми готов! Жми готов! Хватит говорить, давай сделаем! Дело давай! Все, Герман не хочет признать. Давай, что... я не проиграл! Радат 16-я будет. Нет. Вы, к сожалению. Мой, к сожалению, 1-16. Ладно. Мы напоминаем для вновь прибывших и тех, кто смотрит эту запись. Сейчас у нас с вами встречаются два коллектива. Это Hardplay против Starks, русский коллектив против азербайджанского. Счет у нас с тобой какой там? 5-4 за Hardplay пока что, но и выбывают ребята что-то там. Не про грузончик, не про грузончик. По-моему, у Старксов не такое чувство, да? Нет. А, да, у Старксов все-таки. У них краш произошел. К сожалению. Хорошо, крашимся. Ну так хорошо идет. Сейчас хорошо. Бы покрашиться. 16. Они просто умные. Hardplay вообще норм так. Спасибо. Старков на изи. Старков топ. За оборону, скорее всего, Hardplay втащит. На самом деле, за оборону, мне кажется, тоже. То, что Hardplay тут покажут. Просто высший пилотаж. А что, сколько у тебя вчера на стриме было человек? По статистике, там максимальное количество в одно время это было 30. Я просто вчера на Твиче не сидел, как бы. А. Да, то есть я уже чисто по статистике Твича смотрел. Макс, может ты будешь стримить вместо Грома, поменяйтесь местами, ну, типа, ты, чтобы ты держал хост? Нет. Я бы с радостью поддержал бы хост, но у меня проблемы с ПК. У тебя графика так. Хорошая была вчера. Ну видишь, значит, что-то действительно... Да, графика у меня хорошая, я не спорю, ребят. А из-за чего? Почему у меня? Я не знаю. Стой. Ну это, возможно, из-за разрешения монитора, количество гигагерцев. Это, ну да, там, это очень... Так как основной поток идет от ноутбука, ну... Да, то есть... у него невысокий, поэтому... Там очень, там на самом деле очень много чего зависит. Вообще, знаешь, что надо сделать? Купи там монитор. Нет, компьютер нормальный такой, чтобы игровой. Такой, ты чтобы... говорил, что в июне будешь покупать, или в июле, я не помню. Ну, я собирался, но пока что у меня не получается. Ну, у меня та же самая дилемма. Не получается. Джероним там, правда, хотел,
Джеронимо зашел, ушел, ну. Я пойду. Ну все, зашел. И снова. Давайте все-таки продолжим уже эту встречу. Пока что 5-4. Коллектив из России ведет, но Старксы, в принципе, на один раунд всего лишь отстают, поэтому, так скажем, преимущество очень шаткое. Ну, как нам с тобой известно, у нас мини-сторон всегда решается. Такие игры. Вот, например, у меня был вчера первый матч, это D2SGG против Rampant. И вот, на самом деле, первая половина матча прям вообще шла, текла рекой. Знаешь, непрерывный, очень хороший, интенсивная игра. Толком даже не было какого-то мизерного количества времени, чтобы передохнуть мне лично. Всегда что-то происходило. Но потом нас мини-сторон просто взяли и... Уничтожили. Да, уничтожили D2SGG, вот на самом деле очень хорошая игра, мне прям от души душевно в душу. Так, ну ладно, смотрим пока что, что у нас. Привет, скажи мне. Да, я нажал. Как, увеличилось там? Чуть-чуть. Ну там прорисовка будет получше. Есть у нас, кстати, уже первый минус от Николаса, Джеронима, очень праздники будут сходить с вами. Видимо, на Альфу. Да, уже проходит спокойно через кишку, и нужно принимать, да. Лютый очень поздно, конечно, смещается, его будет сенсей принимать, тут от Николаса царский сейф происходит, и бомбой сейчас стоит последний. Что-то я слишком понадеялся на хардплей, ну, в 1-4. Ну, тут... что-то я и говорил, как-то да. Раунд это не преимущество, и уже Старкс отыгрывал. Я думал, хардплей будет сейчас как-то поагрессивнее, то есть сразу какую-то аркаду идут. Лютый пишет, сольем на синий. Выпьем за то, чтобы слили. Да. Ну смотри, это команда пока. Это не согласен. Да, подключается очень быстро. Есть на закидах, а я также верхнюю кафешку буду. Вот сенсея заход, моментальная голова. Высвечивается Т-размен под Джеронима. Хорошо. Ну тут надо... Да, тут лайф атак вот на приеме промахивает. Или это не ваншот? Нет, ваншот произошел, но тут уже в несколько солов его разрешили. Отправили. Кое-куда. Это на фонтан. Хоть это не из БС Доты, но не суть. Так, ну смотрим ситуацию. 3-3, ребята. Окопались в кишке, на втором этаже, на первом. Да и под мидл уходит у нас. Утихомирились. Под бутейл все-таки решает идти. Два хитпоинта у него всего лишь, но и с этим двумя ТП можно, в принципе, дроп наломать. Ну как мы видим, также Николас уходит под мидл. А Тейт чекает у нас вообще третьего лица, у нас он соло бета отыгрывает сейчас. Ну и в принципе, если сейчас кто-то зайдет в змеи, он даст информацию своей команде. Ну тут вот, бамбуч. Ой, как хорошо-то бамбуча сразу два минуса выдает а она. Тейт, смотри, хладнокровно все стоит и стоит. А ему некуда спешить, в принципе. Да и Николас, скорее всего, уходит под бету. Да, есть уже инфа, Тейт готов его принимать, да и Лютый смещается на пески. Будет СУА 93 парнями принимать. И Николас пятится назад. Пятится назад, видимо... В принципе, время есть у него, чтобы разыграть, там как-то размансовать. Но, опять же, тут нужно все сделать с умом. И время уже тикает, на самом деле. Остается буквально, ну, секунд 35-25 до поставки планта. И Лютый уже будет на время, успели его зачекать от третьего лица. Царская десантура! Ну, 193 брита! Ты еле забрил. Да, еле забрил на самом деле. Ну это шестерочка для команды. Харпой. Тяжело, она им досталась. Че такое? Твич, почитай. Да, да, я вижу, что жопу на камеру трясешь. Я, пожалуй, этого человека просто в пан отправлю. Бай-бай. Так, ладно. Продолжаем теперь вот уже 5-3 ситуация. Роби Сенсейн отпали у нас. Пробую сделать длину, но что-то не получается. Кстати, Ронима делает минус, но Лютый его стоящий. Моментально разменивает ситуацию. 2-4. Второй этаж под присмотром Юнки. Первый под присмотром Тей. Ну и двое длину сейчас решают пройти у нас. Ребята из команды Старк. А здесь Лютый такой принимает на тройке, минус 1 есть и будет минус 2, да. Дубль оформляет. Да еще 14 хп остался. Ну да. И это семерочка для хардплея. У нас Сенсей, кстати, взял М200.
Ареновский, делюксовский. Интересно, как с ним отыграет и отыгрывает пока что хорошо, забирается. Тея тем самым временем проходит через ДЛ уроки, уже со своим верным петушком будет набревать своих противников. Ну кого что болит, тот о том и говорит, Герман. Со своим верным петушком. Ты еще медленнее это скажи. Со своим верным петушком. Ну лютый тут, смотри, выходит, может пока гаражать. Да нет, пока что не собирает, тут бамбучи это делает за него. Очень хорошо это делает. Прям шикарно. Жироник так на площади. Будет с Юмпи перестреливаться. Да и Николас к нему смещается. Бамбуча потихоньку уходит в аркаду ДЛ. И Николас будет... Будет ли квадрокилла от Бамбуча? Нет, Николас наказывает за дерзость. И это, кстати, может обернуться им раундом. А Николас 48 поинтов у нас в Жеронима. Фуловый практически. Ну, не совсем практически тут. Ну и к тому же, хп не особо сильно решает, когда голова выскакивает. Ну да. Ну и смотри, под бету решают пойти, здесь лютый закрытый, плыть и сидит с лашками. Это, на самом деле, не очень приятный подарок для коллектива Старк. Если сейчас взорвутся на лютого, то плохо. Но если лютый так дальше будет высвечиваться... Опа, услышал свап! И плохо, первый забирает их. Ну... Еще раз даблкил, говорит, лютый в конце раунда. Да, прошлый раунд он забрал. Нет. Ну это 8-5, это 8-5. Два раза всего лишь остается коллективу Hardplay, чтобы забрать для себя первую карту и пройти в одну 32-ю. Да, подальше будут нас делать. Верхнюю кафешку Тей будет на приеме. Экзо моментально уже забирает на хай-эл. Собственно, как-то раш не удался от Джеронима. Человек мидал, Юмпи тоже на приеме неплохо отыгрывает. Вот продолжает дальше нагнетать верхний кафешку. Ну все, поймали коня за узду. Все, теперь ты точно от меня не уйдешь. Ну да, вот подали коллектив Hardplay под конец встречи. Ну и здесь уже unstoppable просто, ребят. Этих ребят не остановить. Ну и остается один забившийся на респе сенсей, мастер АВП из коллекции Arena Pro Game. Ну, нужно что-то. Долго. Сенсей, давай, оправдывай никнейм. О, сенсей, научиться. Он медитирует на респе. Собирает энергию. Ну, медитацию и раунд не заберешь, на самом деле, но... Может быть, всё-таки... Сейчас накопится. Ману копится. На мана, да, накопится, и сразу выстрелы полетят. Так, ну ладно. Кларити выпей. Выпьешь Кларити. Ой-ой-ой. Ну все, теперь опять на респу можно пойти. 30 секунд подождал, сделал фраг. Ой-ой-ой-ой. Там лайф атак-то не попал, но лютый на приеме. Ну и опять лютый забрал. Лютый забрал 3 раунда. И это 9-5, 4 матчпоинта за коллективом Hardplay. Ну и в команде Старк здесь, я не знаю. Ой, тут софт-мод от Рокки, я даже на него сейчас включу. Рокки с софт-модом. На тебе просто ребята угорают, понимаешь, что я, блядь. А вдруг сейчас затащит? Вдруг затащит, кто знает. Кстати, от Экзо у нас уже есть первый минус. Джеронин попытка проаркадить нижнюю кафешку, неудача. От лютого также есть минус. Проходит мидл, позволяет это очень хорошо сделать, но лютый снова. Тут как тут, на приеме от Николаса также есть размен. И делают у нас уже полностью альфа. Упор под альфу. Юмпи забирает сенсей. АВП не особо сильно помогло, и Николас остается последним против троих. Юмпи, лайф-атака лютого. Забился у нас под ящичек. Слышит, кажется, да, слышит атаку. Ну здесь сейчас набреют Николаса, да. И это 10-5, поздравляем российский коллектив с победой. Победа действительно хорошая и довольно-таки уверенная. Немножко заставили они усомниться в них в начале второй смены, точнее, просто в начале смены, но все-таки ребята реабилитировались, ну и как итог 10-5 за ними они проходят дальше. Ну а коллектив Старк, мы желаем не отчаиваться, ребята молодцы. Уровень стрельбы хороший, единственное, что нужно, так скажем, облаживать тимплей. Ну, ребят, ну, мы никуда с вами надолго не расходимся, буквально ждем следующую пару и приступаем дальше. Поэтому никуда не расходитесь, я сейчас вам включу небольшую музыкальную заставочку, ну и буквально через несколько минут с вами продолжим.